агрегат. Вот утро начинается. Стекла побитые, но я уже об этом, кажется, говорил. Заводится с полтыка. Воздух не сразу накачивается. Нажал несколько раз на педаль тормоза. Манометр дернулся. Начал качать. Единственное окно целое. Правое. Скорость 0,5 километра в час максимальная. Собираемся на гору. Сейчас будем. Дампер меня обогнал. Все куда-то торопятся. Один только я ползу, как черепаха. Сегодня, наверное, снова солнышко будет. Вон эта буровая стоит. Без присмотру которая. Не знаю, может быть, они это все уберут и здесь дома построят, как это я слышал, в Москве делают или где там. На свалках строят дома, детские сады. Потом спрашивают, что дети болеют. Блин, что-то тянет в левую сторону постоянно. Неприятно, когда стекла разбиты. Когда напротив солнышка, здесь вообще ничего не видно. Смотрим в небо. Ребята уже грузить начинают. Рига, улица Сахарова там. Призма.